устраивали окопы. В общей сложности находился на позиции около 3 месяцев. И также 1-2 раза огонь из РПГ-7. После чего было закрепиться и книга. Я осуществлял наблюдение и занимался оборудованием и действиями, направленных на насильственный захват власти, нарушение Конституции Донецкой Народной Республики. Он попросил силу командиру уйти, на что услышал, что... I was hoping the sentence would be a lot fairer, judging the circumstances in which I helped the investigation, and also because I surrendered to the Donetsk People's Republic. I wish it could be different, but God will be the one that would judge me when the time comes. При принятии указанного приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным незыблемым принципом для всех времен и народов, принципом справедливости. Именно он позволил принять это сложное, в общем-то, довольно-таки тяжелое решение. О применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.